Я доброволец, идейный, пришел не за деньги воевать. Вот. А нас говорят, что мы наемники тут. Да нет, наемники это там вот. Нет, наемники в таких тапках точно не ходят. Реально. Мы добровольцы. Это все, что на мне, я покупал все сам. Вот так вот. Все купил да сам. Да ладно брать-то, тапки небось отжал, наверное. Нет, тапки это здесь я вон нашел. А с собой... Че ты тут, наверное? С собой, наверное, да нет, там дали мне такие тапки. Нормально. Нет, одевался я сам, я добровольно. Надо одевать солдат обязательно, а то... Ну вот покажи, в чем ты магазин носишь. Магазины в карманах. Нормально это вообще, нет? Блин. Без разгруза, без ничего. Где, господа офицеры, у нас все. Зато все штабные, с коллиматорами все. С разгрузочками, одеты хорошо. Почему бойцов одеть нельзя? Ты что, вот с раненой ногой и воюешь? Воюем, да. Тапки у тебя шикарные вообще, ну, просто шикарные. Дождь? А что делать, правильно? Что делать, пусть дают новый. Будем, не будем в колодчик воевать, а в прыжках. Надо новое покупать. А ты где, а можешь позывной сказать там тогда? Хрустальный. Хрустальный? Да. А, слушай. А? Слушай, ты где? В каком? В Востоке. В Востоке? Да. Ты в курсе, что этого пойдет, как бы? Да мне ничего. Я никому ничего не должен. Мы служу, за правду, да. Помогаю, бескорыстно. Чем могу. Да, они, наверное, стараются одевать, просто ну, не хватает. Не хватает шмоток. Не стараются. Просто сейчас кто-то плохо старается. С летними вообще жопа со шмотками. Просто. У нас тоже полная жопа. Да везде жопа. Штабных, значит, надо раздевать. Пусть ходят в тапочках. Да. А солдаты должны быть всегда вооружены. А то не все по полной одеты, я смотрю. Это верно. И не выгонишь на боевую. Так что вот так вот. Спасибо тебе. Как можем, так воюем и поддерживаем. Давай. Спасибо.